Привет, мои уважаемые, многообещающие зрители, подписчики и гости канала. Давайте сегодня я разыграю 606 рублей за ваших 1012 комментариев. Поскольку вас становится больше, просмотры на роликах растут, лайки увеличиваются, люди просят мяса, и, конечно же, я просто обязан увеличить сумму выигрышей. Ну и вы, ребята, просто по-братски должны писать больше комментариев, если вы, конечно же, этого хотите. Но мне было бы приятно увеличивать призы с каждым днем. Ну и, конечно же, комментарии должны расти. У вас ровно 24 часа, но я, в свою очередь, уже готовлю раздавать бабосики. Приятного просмотра. Ну, наконец-то могу сказать, что мы попадаем на сайт FireSkin, где присутствуют боевые пропуски, бонусные системы, мини-игры, битвы за скин. Кстати, что это за херня такая интересная? И у нас 30 тысяч рублей на балансе, плюс есть еще и апгрейды. Я уже открывал на этом сайте неоднократное количество раз кейсы. Смотри, пополнить сумму 15 тысяч рублей уже было. Я апнул баланс и с прошлого ролика поводил скинов и еще смог оставить себе 30-ку на балансе. Смотри, я пока что топ-3 на битву за скин. Через начало проведения 15.08. Короче, если я буду на первом месте, то я заберу все бабки. Вот этот чел на 30 тысяч пополнил, капец жесткий. Но я думаю, я его догоню, ребят. Если вы наставите много лайков, я сюда закину много-много денег. Короче, смотри. У нас есть бесплатные кейсы, которые я открывал уже. Но также, мужики, у нас есть кейс бога. Господи, это шикарный кейс. И только на этом сайте он присутствует. Огромное спасибо администрации Фэрскина, братва. Это прям... Я их даже не просил, они сами добавили, потому что я частенько захожу сюда, открываю кейс, радуюсь, но... Это пиздец, господи, я не матерюсь в своих роликах редко, но... Что мой кейс творит? Ребята, всем советую открывать этот кейс, он просто... Просто пушечный, но это жестко, пахнет под крутенцием, кстати. Кстати, да. 9700, ладно, мы это все выводим обязательно, обязательно. Знаешь, что хочу попробовать? Я хочу что-то лютое сделать, ну прям совсем лютое. Прям сумасшедшее. Но и баланс не хочется сливать. Давай с тетраказимов взять с баланса и возьмем прям, ну, десяточку. Вот так вот. Страшно. 70%, давай. Ну, будет кардинально, конечно, обидно. Оп, это изи контракт. И что мы подняли? Мы подняли сколько? Мы плюс 3700 подняли, но это было несложно. Согласен, даже приятно. Так, у нас еще очень неплохие успехи. Я бы вам сказал, сколько у нас процентов. Нифига себе. Чё. На пятерочку, не, ну это... Давай на пятнашечку. На пятнашечку залетаем. Это 35%. Давай, император прямо завода статрек. Это очень жестко. Да! Охренеть. Что, черт возьми, произошло? Так, баланс не обновляется, пацаны. Мы еще и забагали все это дело. И давай Rolls-Royce, наверное, откроем пока что. Это жестко, это реально жестко, ребят, потому что мы в огромном плюсе сегодня. Слушай, ну, ой, Hyperbeast, остановись, блин. Ну ладно, тут не повезло, как бы, зато нам в апгрейдах прям люто. Так, все, вот Сосямбур. Давай как сделаем, у нас получается все, боевой пропуск. Что у нас в боевом пропуске? У нас 29 уровень, пацаны. Мы постепенно движемся к своей цели. АВП Dragon Lore. Это будет легендарный видос, если я его выведу. Фух, ну и 39 тысяч, господи. Это прям пушечка. Карты удачи, давай откроем. Можем их открыть? Погнали. Карты удачи же здесь еще есть, это же вообще. Ой, что-то неприкольное выпало. Ну, давай смотреть. Активируйте эту карту, чтобы получить бонус в 200 рублей к выполнению. Работает только при выполнении 320. Для активации нужно собрать две карты. Офигеть, как мне нравится. Здесь столько всего, и только этот сайт работает над вот этой всей системой, запаривается, господи. Ну реально, типа, дизайнеры, и кодеры, и сама вот эта вот вся идея меня безумно привлекает, друзья. 40 тысяч император, чуй, вообще что ли сумасшедший. Окей, продаем. Окей, продаем, и у нас 40 тысяч, мы уже купили баланс, вы понимаете? Мы уже его купили, и как бы нам особо париться не стоит. Годнота, ляпота, пацаны, Fireskin. Я просто вообще... Оу. 25 тысяч, а у нас есть бонусных 25 тысяч? Я, по-моему, нафармил до хрена. Нет, 20 тысяч. Зараза, ну давай за 20 тысяч. 15 его, полковник. Смотри, мы за 15 тысяч бонусов открываем. Это же капец какой дорогой кейс получается. Тут еще бонус к пополнению, ребят, ну меня радует. Ёшки-матрешки, как обидно.
Вот это, конечно, было неприятно, но меня радует Fairskin, это прям хорошо, хорошо. По сравнению с тем, что раньше было давно-давно, сейчас этот сайт явно немножко, знаешь, при Собянине как бы похорошел. Извините за шутку, ребят, это, ну, такая шутка не смешная, я понимаю. Ой, монтажер написал, к первому видосу нет доступа, пацаны, как быть? А он это вырежет? Егор, а если ты будешь демонтировать, это вырежешь или нет? Напишите в комментах, вырежет он это или нет. Я открою тебе доступ, братан, не обижайся, пожалуйста. Что это стоит? 2 тысячи, я думал 20 тысяч уже начал кричать. Бам! Во! Бам! Ой, блядь! Ой, хорошо. Так. Так, больной ублюдок Fairskin. Что мы сейчас быстро, я чувствую, ролик закончим. И у меня с больницу заберут с инсультом. Так, блин, не понял. Это шо, 70 тысяч? Это уровень изидропа, да, пошел, я так понял. Слушай, Fairskin, ну ты реально Ладно, блядь, не буду шутить, скажете еще. Ну реально шутка, пацан, никто не платил. Какой Собянин, ну шутка. Шутка, извините, не надо меня в тюрьму. Так. Ну стой, ну стой, 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 стой. Вот, вот, Killnet конфирмит. И вообще, какая-то серия, у меня аж на мат проперла, ребят, давненько я как бы не выражался. Извините, пожалуйста, кто, может быть, без наушников смотрит. Родители, уважаемые, приношу извинения. Ваш ребенок больше не будет слышать такое с моего канала. Не отписывайтесь, пожалуйста. Блин, ну это балдеж, 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 балдеж. Господь Иисус. Слушай, так а мы что, что? Как вообще открывать на этом сайте после такого... Эпика. Но сейчас не будет 100%. Я типа в это не верю, не верю. Охренеть. Да мы же очень богатые люди с вами, получается. Это что? А что я могу... Господи, господи, я молю всех богов, всех, всех, кто может. Сумочка. Ребят, я считаю просто буквально нужным закончить выпуск с 30 тысяч до 50-70. Ой-ой-ой, давайте... Нет, 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 нет. Подожди. Подожди, блин. Вот так. Да, 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 да. 91 тысяча апгрейды. Я обязан. Нет, пацаны. Sorry. Sorry. Но я обязан. Я обязан. Берем 100 тысяч. Есть такие скины у нас? Как бы в распоряжении. 46. Сейчас мы заберем. На фулл проценте заберем. 90%. Давай. Мы сегодня лотос выведем. Мы сегодня выведем лотос. 100% вам говорю, мужики. Лотос заберем. Вот так вот. Вот так вот. Ну, я типа с таким процентом, без кайфа, без всего... Но лотос мы будем выводить. Значит, дальше, дальше, дальше. Ножи. Пацаны, за такое лайки просто обязаны. Статрек вот этот вот. Херня. Сколько? Ну-ка. Давай. Давай. Идеально. Просто шикардос. Обновим страничку. F5 просто. Что у нас вообще? У нас 0 рублей. А, мы новобанк сделали. И 2 скина. 2 скина, собака. 90 тысяч рублей. Ребята, я сейчас все это буду забирать. Как же я рад, что я зашел на Fairskin в 4 утра. У меня уже нет сил снимать этот ролик, но я вам хочу сказать огромнейшее спасибо за то, что глянули этот ролик, поставили лайк и подписались на этот великолепный, ох, какой великолепный канал. Всем удачи и всем пока-пока, друзья. Не скучайте.